Всем привет, друзья. Время сейчас 6:46. Вам я желаю приятного просмотра. Поехали. Или полетели, поплыли. Кто-то хочет, так делаем. Погнали. В общем, друзья, как вы поняли, по названию ролика, все еще началось с 14 мая. На день рождения Катюши я ей подарил прыжок с парашюта. Все, это тоже сертификат парашют. Хотел бы тебя поздравить с днем рождения. Всего-всего, чтоб родители слушали. Здоровья крепкого и всем близким. Чтоб друзья верные были. Ну, чтоб все хорошо было. Это подарок мне больше. Большой. Мне уже страшно смотреть. Я-то шел такой. Часовая работа. Я же боюсь, я же тебе сказала, что я одна не смогу. Это реально прыжок с парашютом. Ужас, у меня уже ладошки вспотели от страха. Ну а поцеловать, Андрея, капец. Обнять и поцеловать. Спасибо. Ой. Мы рождены, чтобы шапки сделать былью. Капец, мне сейчас заплачу от страха уже. А, называется прыжок тандемом, вдвоем с инструктором, с 2 километров высота. Подъезжаю к ее дому и поедем туда, посмотрим, увидим ее эмоции, вообще посмотрим, каково это, потому что будет съемка воздушная. Я попробую дать еще GoPro, помимо того, что там будет специальный оператор, который будет с ней прыгать. Я попробую еще дать свою GoPro, чтобы она прыгнула с GoPro, чтобы еще были эмоции на GoPro, на нашу. Ну, посмотрим, в общем. Получается, сейчас она зашла, будет проходить медицинский осмотр, там, не знаю, давление, может, это вот это все посмотрят. Потихоньку идет подготовочка. Люди, все серьезно, то есть не так, что ты приехал сейчас, медицинский осмотр, то есть, ну, все серьезно. Партизан сюда тогда приехал. Ну и все, и потом. Съемочка пошла, в общем. Вон стоит Катюша слева. Вот оператор идет, который будет прыгать. Вот он. Вон тандем, который прыгает с ним. Наш оператор, Алексей. Это дали камеру, да? А, вот еще. Вот. Как у вас дела? Нормально, хорошо. Настроение готово? Отличное. К прыжку готовы? Да. Маленькое интервью. Что вас привело на аэродром Манский? Почему вы прыгаете? Подарили сертификат. Это мечта? Ну да, я хотела. Is to fly over the world.
raise up above the rain. Rise up, rise up, rise up, rise up for my mind and my brain. Так, Катюша, вот он. Маша, да? Ага. Вот она, это Катюша. Она сидит рассаживает. Что-то говорит, мне так страхово. Вот тебе подземление, Катюша. Ага, ну вы сказали ей так. Отстегну. Я уже еще хочу. Привет. Выходите вот сюда, потому что ракурс красивый, самолет где-то вы. Ну как ощущение рассказать? Я даже не знаю, что сказать. Ну кричала ты хорошо. Да. Я думала, что я вообще не буду кричать. Ну, как будто, ну, даже страшно не было. А когда уже прыгаешь, и вот этот вот переворот вообще классно. Кайф. Поздравляем вас с прыжком. Спасибо. Я надеюсь, что это был не последний прыжок. Ну, конечно, не последний. Мне уже прям хочется еще раз. И внутри какая-то жар какой-то. Внутри прям аж все горит, кажется. Ну и все, а потом уже когда... Ну я вторая прыгала, получается, первая пара прыгнула, и потом вот мы вторые. И вот когда прыгаешь... Чего? Ну чтоб я... Ну, потише иди, быстро идешь. А она кричала? Не знаю, не слышно. Да? Мне кажется, даже меня было не слышно, но я кричала капец. А этот потом, который со мной прыгал, Сергей, он говорит, ну ты кричала вообще нормально. А там, когда прыгаешь, ты вот так вот сначала переворачиваешься там в воздухе. Да, и потом, когда летишь, тоже начинаешь кричать. Просто кричишь почему-то, не это, неосознанно. А потом все. И еще мне дали порулить. Там ну вот рулишь этим парашютом. Рулем, да, рулил? Парашютом. Стропы, да, там? Ну, красиво, да, сверху смотри. Да, ну, я даже как-то на это сильно все как-то так. Ну, вообще, кажется, быстро так прошло, то секунду. Я даже не могла сообразить, где вы там стоите, с какой стороны. Но потом я уже вас увидела. Видели, я его махала? Наконец. Спасибо за подарочек. Понравилось, я надеюсь, тебе. Да. Вот такую грамоту ей дали, получается. Памятный лист, что она прыгала сегодня. Такой. То есть, ребята, ну, по эмоциям вы поймете, что это... Это незабываемо. Вообще... Это надо почувствовать каждому. Это... У нас высота была больше 2 этих километров. Да, мы слышали 2300. Да. 2300 говорили, мы помним. Ну, но не сами, которые прыгали. В общем, ребята, эти эмоции надо почувствовать каждому. Поэтому обязательно все. Да что ты говоришь, прыгают. А сам не хочет прыгать. А мне нельзя. Можно. Там всё. Ничего не будет. А мы едем домой. Вот такой короткий ролик. Вы посмотрели. Приятного просмотра.